Итак, приветствую вас, друзья. Меня зовут Саша, вы на канале Князь. Сегодня у нас битва замков. Роллинги набирают мало просмотров. Ну, наверное. Вот. Я просто наперед много записал. Не знаю, сколько эти наберут, но я более чем уверен уже. Короче, да, как обычно. Нравятся роллинги? Ждешь роллинги? Ставь лайк. А мы летим дальше. Нахожусь на аккаунте игрока под ником YoungLord, 76 тысяч самоцветов. Аккаунт, по сути, бездонатный. Потому что было поначалу куплено 2 Royal Pass'а. И все. И все. А так он кристально чист, понимаете? Кристально чистый, 76 тысяч самоцветов, друзья. А гильдия под названием Вироса. Пройдите БГ. Качаем вместе часовых. Еще 2 места свободных, так что, ребятушки, если что, вступаем. Что у нас тут не хватает вообще по героям? Давайте глянем немножечко. Слушай, не хватает много. Розалинда, понятно. Фобос, Кровавая Мэри, понятно. Некроз, понятно. Короче, Фобос пока. Космо. Донат, 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 донат. Трифит. Донат. Донат. Землеройка, Свален, Бард донат, Арктика донат, Хладный призрак. А еще Хладного призрака нет? Ты что? А, может быть, ты тоже, как и яйцо, не успел забрать. Скиталец, Вождь, Вождь. А, ну Вождь Минотавров, понятно. Слушайте, ну ладно, окей тогда. Тогда, короче, сейчас полетим. Так, Фобос, Космо очень нужен. А остальных я тогда, по сути, не запоминаю. Ну, землеройка, Фобос, Космо, землеройка, ну, еще и Свален, допустим. Фобос, Космо, землеройка, Свален. Вот наша задача на сегодня, как минимум. Фобос, Космо, землеройка. Давай, за 150. Медуза. Да, друид. Оборотень. Ледяной дьявол. Давай, за 450. И что, Атлантикор. Ну что, ты сегодня снова будешь рандомчик мне сыпать героев из 2015-16 года? Серьезно, Повелитель Бури, окей, 17 год. Полетели дальше. А у нас вроде как 2020-е. Ну хотя бы за 2019 героев давай, недостающих. Давай, где же ты, где? Космо. Космо, мы должны выбить Купидон. Я уже букву К увидел. Такой, опа, Анубис. Ну, это редкость, он здесь не нужен, но это редкость. Я уже, когда Купидон выпадал, я увидел букву К, такой думаю, о, Космо выпал. А фиг там, короче. Фиг там, ребят. Просто фигагушечки. Князь Тыква, Королева Змей, Студенистый Рыцарь, Шаман, Ледяной Дьявол. Ну что ты, где ты, Медуза? Арес, опа! Хладный призрак. Ну, конечно, он его и так бы бесплатно собрал, да? Но все равно, хоть, ну, недостающего героя это выбили, Ребзи. Ставим лайк за него. Продолжаем. Фобос, блин, прям сразу, прям за него. Слушайте, ну, сегодня у нас такой... Слушайте, наконец-то я могу, как бы, без зазрения совести сказать, что у нас удачный роллинг. Давай... Землеройка подряд! Кто там еще лайк не поставил? Сейчас бы еще Космо упал, и вообще это просто... Это было бы просто прям как бы огонь. Подряд недостающий герой. Слушайте, давно такого не было в практике. Влад Дракула. Что я уже думал, вместо Влад Дракула сейчас Космо выпадет. Я бы тогда вообще в осадок упал бы. Вот. Ну чё, Космо? Космо там Свален. Вот. Ну слушай, прям, блин, меня это воодушевило. Мне прям захотелось остальные заявки на роллинг разбирать. Вот. Варлок. Вот, которые можно оставлять по ссылочке в описании. Космо! Космо! Всех просто бам! Почистую! Офигеть просто! Химера, подожди-ка, а? Как так-то вообще? Подожди, смотри. Ну, Розалинда донатный. Фобоса выбили, да? Остальные донатные. Космо выбили, остальные донатные. Зефирик донатный. Трифида еще не выбили, да? Трифида не выбили. Землеройку выбили. Вообще, Трифид и Свален у нас, по сути, недостающие. А, и Скиталец. Трифид, Свален, Скиталец. Реально, выпали все нужные герои. Остальные типа для коллекции. Ну, давай попробуем выбить. Ёлки-палки. Ну, это просто, слушай. Одним аккаунтом ничего, а другим аккаунтом просто
накидывает, как, я не знаю, на вентилятор Афина Влад Дракула. Слушай, ну должно еще упасть. Мы даже половины там, по сути, не потратили. Мы только сейчас уже половину самоцветов потратили. Суккуб, королева змей, продолжаем. Валентина, наемный убийца. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Малыш Ник. Давай, я верю, давай там еще парочку недостающих. Для... Еще Космо. Вот, я же говорю, они, блин, повторки сейчас будут падать только так, потому что мы выбили. Давай, 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 не отставай, не останавливайся. Оккультиста даже выбили. Он здесь как бы не нужен, но даже оккультиста выбили. Фараон. Фараон, 190-й, ведьма. Циклоп, наемный убийца. Ёп твою. Давай, давай, давай. Там Свален, Скиталец, Трифит, Стрелок, Леди Лео. Стрелок даже выпал. Триант. А, я думал Трифит, а там Триант. Призрачный всадник. 27 тысяч самоцветов. Я даже не буду прерываться, останавливаться. Купидон. Потому что, ну, как бы... Это интересненько. Это интересненько, друзья. Бульдозер. Махатма. Рыцарь. Ну, вот не, ну, чё ты, давай уже. Раз удачный роллинг, продолжаем. Продолжаем, дружище. Давай, там недостающих героев, одержимый. Королева змей. Циклоп там, не циклоп. Что по ништякам, ваши подарки. Ёпта, тут еще подарков целая куча. Давай, откроем в конце, друзья. Ништяки. Оп! Это красиво. Я аж могу пердеть бесконечно от такой радости и красоты. Но если бы здесь выпал скиталец, Свален и Трифит, недостающие для коллекции, было бы вообще втройне эпичней. Бигфут, бульдозер. Слушай, роллинг так роллинг. Купидон. Роль суккуб, окей. Рина, окей. Драка, сдал одержимый малышник. Слушай, сыпят героя сейчас, конечно. Но, к сожалению, не те, что надо, но сыпят. Сыпят, как из рога изобилия. Леди Лео, Седна. Вот, у меня там какие-то предыдущие роллинги были, там, где Седны не хватало. Мы пытались выбить, а тут она выпала. Тут она выпала. Рина, ну Рина уже падал, что ты повторки, Леди Лео, Рыцарь Тьмы, Варлок. Ну слушай, ну единственное, да, дико раздражает, когда ты ролишь и ты видишь героев, которые, ну, уже давным-давно вышли, они все до сих пор падают и А, это Хладного Призрака там и выбили, но это все равно, это мега эпично. И Скиталец еще недостающий. Да как, это за последние самоцветы, друзья. Это за последние самоцветы. Офигеть, просто жесть. Это какой-то читерский аккаунт. Я не знаю, что происходит. Давайте... Просто передохнем от этого. Откроем ништяки. Попробуем отойти. Вы пока это видео смотрите, можете писать в комментариях, что вы думаете. Потому что, ну, как бы выбили практически всех. Ну, кроме Свалина и Трифида. Остальных всех выбили. Прям да, постанова. Прям постанова, друзья. Прям жесткая такая постанова. Постановочная постановка. Ну это прям вообще. Если учесть все предыдущие роллинги, что творилось. А тут как бы, блин, накидало, ребят. Еще ништяков, смотри, сколько. Еще ништяков. Просто. И это, считай, по сути, бездонатный аккаунт. Вот это бездонатный аккаунт. Я не знаю, от чего это зависит. На одном аккаунте так, а на другом аккаунте за 80 тысяч может вообще ничего не выпасть. Уже молчу про недостающих героев. Тут, конечно, да. Везунчик можно ник поставить, и не говори.
Это очень круто. Это, ребят, очень круто. Я, блин, наконец-то я могу порадоваться за роллинг. Это я уже забыл, что такое по-настоящему радоваться за роллинг. Я уже реально забыл, что такое по-настоящему радоваться за роллинг, друзья. А тут прям можно порадоваться. Прям хорошо, прям по-доброму, прям от души. Замечательно. Еще сейчас ресурсов, еще что-нибудь выбьем тут. Навтыкаем, да, ресурсиков. Прокачать все это дело можно будет. Что, вроде аккаунт бездонатный, слушай, но ништяков, мое почтение, долго копил. Долго копил. Можете в комментариях хозяина аккаунта поздравить, конечно, потому что это, блин, респектаускас полный. Вот, и, блин, давно не было такого роллинга. Так, ну что у нас тут по ништякам? Что у нас тут по ништякам? Падают? Падают, я капитан очевидность. Что делать надо IGG, знаешь, этот квест с вопросами проводить. Что делают ништяки? И ты такой отвечаешь. Они падают. С полной серьезностью даю свой ответ. Да уж. Весело. Весело и вкусно, Макдональдс, IGG. Вы бы ели бургеры от IGG? Я думаю, они бы, наверное, знаете, как выглядели бы. Просто, типа, две булки без ничего. Две булки без ничего, а остальное докупаешь. Типа, там, акция 1 плюс 1, там, одну котлету докупаешь, вторую котлету получаешь бесплатно. Зефир в кляре. Че я несу, короче? Я не знаю, ребят. Что, посмотрим, что тут по подземкам. Пятая пройдена. Шестая пройдена. Седьмая пройдена. Ну и восьмую даже не начинал. Но Миноса нету. Есть командора, наверное. Да, есть командора. Слушайте, ну это респектос. Я пожелаю хозяину аккаунта огромнейшей удачи. Вам удачи, мне удачи и всем пока, друзья.